Всем добрый день, на связи Алексей Меркулов. Приветствую вас во втором занятии по изучению техники создания комплексных проектов. Если вы не смотрели первое занятие, то начните именно с этого. В верхней части страницы вы можете найти соответствующую ссылку. Если не посмотрите первое занятие, то не поймете просто-напросто, о чем сегодня пойдет речь. Поэтому сейчас, если не смотрели, остановите данное видео и переключитесь на первое занятие. Ну а если смотрели, то мы начинаем с вами практическую часть, в которой разберем алгоритм моделинга, адаптированного под дальнейшую визуализацию в 3D Max. И первое, с чего здесь нужно начать, это создание шаблона со слоями, универсальными для моделей зданий. Здесь есть несколько подводных камней, давайте рассмотрим более подробно на практике данный шаблон. Сейчас у меня открыт AutoCAD, я нажимаю Ctrl-N, и в списке шаблонов, как видите, у меня уже есть шаблон рендеринг 3D Max. То есть это шаблон специально для импорта. Я нажимаю «Открыть». У меня запускается шаблон, и здесь главной его сутью является настройка слоев. Давайте посмотрим на панель слоев. Можем увидеть здесь небольшой набор, который написан латинскими буквами, но по-русски. Сейчас я объясню, что здесь к чему. Значит, слои мы создаем по следующей логике. Конструкции зданий, которые впоследствии будут иметь одинаковый материал, должны лежать на одном слое. Это необходимо для того, чтобы быстро и удобно наложить материалы в 3D Max. Вообще, при работе с 3D Max русские буквы использовать нежелательно, поэтому здесь написано на латинице. Кто знает английский язык, пишите, конечно, по-английски. Ну а у кого с этим проблемы, вы можете просто-напросто английскими буквами писать по-русски. В тренинге мы делали именно так, это удобно и универсально. Вот смотрите, как здесь все распределено. Допустим, конструкции стен. Сейчас у нас идет в основном монолитное строительство, поэтому у меня здесь есть стены-пилоны, стены-основа и стены-декор. Префикс «стены» позволяет быстро ориентироваться в списке слоев. То есть вам необходимо найти какой-то элемент стен, и вы сразу видите на букву «С». То есть, да, стены, декор и так далее. Далее здесь присутствует такой слой, как перекрытие, отмостка, два слоя, касающиеся окон, даже три слоя, да? Окна-наличники, окна-рама и окна-стекло. То есть, как видите, здесь распределены конструкции по материалам, которые мы впоследствии будем назначать. Ну и последний слой, который я здесь создал, это кровля. Конечно же, это минимальный набор, и в каждом проекте у вас будет либо прибавляться несколько слоев, либо убавляться несколько слоев, но такой шаблон значительно поможет сэкономить вам время, потому что вам не нужно будет каждый раз создавать данные слои. А распределение такого характера, о котором я сейчас сказал, очень и очень важно. Оно очень поможет вам на стадии визуализации. Что ж, для тех, кто не знает, как создавать шаблон, в двух словах я сейчас расскажу. Вы запускаете обычный файл AutoCAD на основе любого шаблона, без разницы. Далее создаете ряд слоев, которые вам необходим. После этого переходите в меню приложения, здесь выбираете «Сохранить как». Далее выбираете шаблон чертежа. Задаете ему необходимое имя, ну, в моем случае я просто пересохраню. Вот рендер 3D Max, и нажимаете «Сохранить». И впоследствии при создании нового файла вы всегда сможете пользоваться данным шаблоном. Естественно, данный шаблон можно настраивать более глубоко, но это вы будете делать уже на свое усмотрение и на свой вкус. Главное, что нам здесь понадобится, это слои. Что ж, теперь давайте поговорим непосредственно о моделинге. Одним из главных способов быстрого моделирования является вычисление типовых конструкций. Любое общественное здание имеет ряд типовых конструкций, которые нам необходимо вычленить, после этого создать из них блоки, тиражировать и получить готовое здание. Ну, на словах это просто, давайте посмотрим, как это на деле. Сейчас я открою файл с эскизом. Что ж, перед нами эскиз типового этажа, и сейчас нашей главной задачей выяснить, из чего он состоит, и найти как можно больше повторяющихся элементов. Ну, во-первых, мы можем увидеть, что у нас данная часть повторяется и вот здесь. Далее, с внутренней стороны у нас есть тоже две повторяющихся части. То есть, если мы проведем вот здесь ось симметрии, то можем заметить, что здание практически симметрично. Единственное, есть некоторые нюансы, но суть заключается в следующем. У нас есть одна мелкая типовая часть, которую мы можем создать, преобразовать ее в блок, далее растиражировать ее вот здесь. Совокупность вот этих блоков мы можем перенести вот сюда. И с помощью массива или копирования сделать три этажа, которые нам необходимы. Также, если мы посмотрим вот сюда, на данную часть, и на внутреннюю часть, то они практически ничем не отличаются. Единственное, нет двух декоративных элементов. Поэтому, преобразовав вот эту часть, мы можем получить внутреннюю. Далее, если посмотреть на радиальный элемент, в свою очередь, он тоже состоит из ряда повторяющихся элементов.
Таким образом, давайте сейчас попробуем быстро проделать то, о чем я сказал, и посмотрим, насколько быстро можно построить типовой этаж. Первое, что мы сделаем, это создадим данный элемент и преобразуем его в блок. Естественно, весь процесс я здесь показывать не буду, потому что все здесь очень просто. Все основано на вытягивании и выдавливании. Вот такой типовой элемент у меня получился. Как видите, он состоит из боксов. Я сейчас его выделю и создам блок. B пробел, имя назову T1, тип 1. Окей. И теперь раскопирую его. Можно массивом, можно просто копированием с опцией массив. Выбираю базовую точку, выбираю опцию массив, 4 элемента задаю и расставляю. Теперь могу повернуть скопированием. Выделяю данные элементы. Выбираю поворот, базовая точка, копия. И поворачиваю на 90 градусов. Выделяю и перемещаю в нужное мне положение. Теперь то же самое по аналогии проделываю с внутренней частью. Могу скопировать один из этих элементов, перенести его вот сюда. Это сейчас у меня блок, поэтому мне необходимо взорвать его. Убираю средние части и вновь преобразовываю уже в новый тип блока. B пробел, назову T2. Так, базовую точку где указывать без разницы, окей. После этого мы создаем один из радиальных элементов. Производим с ним те же операции. И теперь для того, чтобы его растиражировать, воспользуемся массивом по кругу. Выбираем круговой массив, выбираем объект, нажимаем Enter и указываем точку, относительно которой будем вращать. Для того, чтобы точно расположить элементы, необходимо сменить базовую точку. Сделаем ее вот здесь, на углу пилона. Теперь удобно будет браться за ручки и перемещать вот таким образом объект. Еще не хватает одного элемента, добавляем его. Так, не совсем правильно я подвинул, ну ничего. Вот таким образом можем привязаться к эскизу. Что ж, теперь нам необходимо создать оставшиеся неповторимые части здания, если их так можно назвать. Ну, это обычные боксы, обратите внимание, здесь не что иное, как ящик, мы можем выдавить его. Выбираем выдавить, выбираем объекты и выдавливаем на нужную высоту. Итак, мы имеем типовую повторяющуюся часть. Теперь, в принципе, можно ее объединить в единый блок и размножить, но я этого делать не буду. Покажу лишь, как быстро сделать несколько этажей. Мы выделяем все, выбираем массив прямоугольный. Здесь количество элементов по ширине и по длине мы выставляем по единице. А вот уровни отвечают у нас за высоту. Мы устанавливаем 3 этажа, так как это у нас 3, 4 и 5 этаж. Чтобы задать высоту этажа, нам необходимо спуститься в поле между и указать ее. В моем случае это 5 метров. Нажимаем Enter и все готово. Как видите, буквально за 1 час можно создать 30% здания. Поэтому настойчиво вам рекомендую использовать именно данный подход. Им мы будем руководствоваться в курсе, о котором я вам рассказывал на первом занятии. Кстати, на днях в редакции выпустили первый пробный диск, и вот как он будет выглядеть. Что касается электронной версии, то этот вариант тоже будет предусмотрен. А после первого занятия поступило множество вопросов, да, и опасений такого характера. Мол, хочу курс, но боюсь, что у меня не получится. На это у меня есть два простых ответа. Если получилось практически у всех участников тренинга, тех, кто хотя бы что-то делал, причем у них был катастрофический дефицит времени, то у вас точно получится. И к тому же, так как я уверен в том, что курс работает, я даю на него годовую гарантию возврата денег. Так что вы ничем не рискуете. Напоминаю, курс будет доступен только 2 дня, 20 и 21 мая, после этого он просто не будет продаваться нигде. И если вы хотите получить его со скидкой, то бронируйте копию свою заранее. Для этого регистрируйтесь в форме под данным видео.
Что ж, сегодня мы с вами частично затронули моделирование в AutoCAD, адаптированное для визуализации в 3D Max, а в следующем уроке мы уже поговорим про саму визуализацию, какие там есть тонкости и камни преткновения. Что ж, с вами был Алексей Меркулов, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и следите за рассылкой. Увидимся через несколько дней.